Помогите осуществить нашу мечту, мечту наших детей. Помогите нам построить школу. А мы, в свою очередь, обещаем повысить рождаемость. Шуточное обещание дали нижнекамцы депутатам замену строительства долгожданной школы. В 44-м и 45-м микрорайонах города живут семьи, получившие квартиру по программе «Социальная ипотека». Говорят, всем довольны, только вот малыши подрастают, а до школ в соседних районах ехать далековато. Я надеюсь, что вы свои обещания не так будете выполнять, а насчет школы этот вопрос будем прорабатывать. Достроить просторный дворец культуры, провести новую трамвайную ветку по проспекту Мира и по улице Южной. Попросили вдогонку нижнекамцы. Мэр города Айдар Метшин ответил, что вопросы взяты на заметку, и рассказал, что уже делается в Татарстане для его жителей. За последние годы Татарстан сделал очень мощный рывок вперед, демонстрируя наилучшие показатели важнейших сфер жизнедеятельности. Решать проблемы в форме диалога – такова идея республиканской эстафеты «Сильный Татарстан». Наша задача как раз встретиться с избирателями, где-то сказать о своей программе. Вообще наша задача – решать проблемы наших избирателей, наших жителей. Автобус с депутатами из Нижнекамска отправился дальше. Ему предстоит объехать весь Татарстан, чтобы в каждом районе выслушать то, что волнует жителей республики. Алсу Гусманова, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.